Успешно завершилась 56-я международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников. В парке Янги, Узбекистан, состоялось награждение победителей и призеров. Всего было разыграно 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых медалей. Вот мы подошли к закрытию 56-й Менделеевской олимпиады. Я участвую в Менделеевских олимпиадах с 2002 года, и за это время было много хороших олимпиад. Но, на мой взгляд, вот это превзошла все предыдущие и задала, безусловно, какие-то новые стандарты, которым придется следовать организаторам всех последующих олимпиад. Можно с уверенностью сказать, что проведение очередной международной Менделеевской олимпиады оставило глубокий след в истории нашей страны. За прошедшую неделю около 100 участников не только соревновались друг с другом за победу, но и также посетили известные места Самарканда и Ташкента. Победителей и призеров наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также специальными дипломами и сертификатами. По итогам олимпиады сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 10 медалей. Из них 5 бронзовых, 4 серебряные и 1 золотая медали. Я очень рад, что завоевал золотую медаль. Я был очень взволнован, потому что не знал, выиграю ли я золотую или серебряную медаль. Нам понравились вопросы и лабораторные практики. Надеюсь, скоро начнем готовиться к Всемирной олимпиаде. Конечно, олимпиада прошла в очень хорошем духе, в хорошем атмосфере. И было очень интересно наблюдать за своими сверстниками, как они решают задачи, как они именно свои показывают свои потенциалы. После олимпиады я узнала свои потенциалы и свои знания, где у меня есть пробелы. И, конечно же, я очень рада, что получила серебро и смогла защитить честь Узбекистана. Менделеевская олимпиада проходила в Ташкенте в очном формате и состояла из двух теоретических и одного экспериментального этапов. Участие принимали представители из 16 стран. Мероприятие завершилось праздничной музыкой и танцами.